Первый день лета и День защиты детей администрация 20-го сада города Лабинска совместно с сотрудниками ГИБДД Лабинского района провели акцию «Безопасное лето». Дети участвовали в спортивных эстафетах, викторинах на знание правил дорожного движения, а самое главное – познакомились со служебным автомобилем и побывали в роли инспекторов ДПС. Соблюдайте правила дорожного движения. Я поздравляю всех с самым добрым и светлым праздником лета – с Днем защиты детей. Дети – это самое ценное, что у нас есть. Мы дарим им всю свою любовь, внимание и заботу, стремимся сделать все для того, чтобы они выросли любимыми, счастливыми, здоровыми, а самое главное – достойными людьми. Ведь то, кем они станут, во многом зависит от нас. Берегите своих детей и любите. С праздником! Сказочные герои подарили детям отличное настроение, яркие эмоции и улыбки. А сотрудники госавтоинспекции – тематические раскраски для изучения правил дорожного движения. Международный день детей сотрудники госавтоинспекции по Лабинскому району посетили детский сад номер 20 города Лабинска с целью проведения профилактических бесед по соблюдению правил дорожного движения, а также поздравить детей с праздником, пожелать им хорошего, безопасного лета. Госавтоинспекция по Лабинскому району обращается к родителям с целью проведения профилактических бесед о соблюдении правил дорожного движения с детьми, а также, чтобы и родители соблюдали правила дорожного движения. Особое внимание обращаем о правилах перевозки детей в автомобиле. Дарить детям радость, заботу и внимание важно, но намного важнее – оберегать их от происшествий. Безопасность детей на первом месте. Лилит Саакян, Георгий Сопов, Лабмедиа.